Друзья, всем привет! На мою мануфактуру поступил интересный заказ. А задача у нас сегодня очень интересная. Есть на просторах YouTube очень знаменитый автомобиль марки BMW. Мы его зовем Бэха. И нужно сделать так, чтобы непосредственно педаль газа управляла вот этим вот сервотестером. То есть при нажатии педаля в процентном соотношении, чтобы крутился вот этот, как говорит мой друг Игорь, пиптик. И уже непосредственно этот сервотестер будет управлять другим устройством. Так что перемещаемся на станок для производства стружки. Сегодня мы ее должны сделать очень много. И побочным продуктом должен получиться заказанный мне механизм. Из широких штанин я достаю кругличок. Он должен быть всегда под рукой. Что такое? Бывает и так. Так, здесь внутри в последующем будут жить вот эти подшипники. Отлично. Ну и теперь вот здесь нужно нарезать резьбу шагом 1 мм. Канавку для выхода резьбы я обычно делаю тем же резьбовым резцом. Для упора подшипника внешней обоймы я внутри также сделал небольшой уступчик в 1 мм. Идем дальше. Теперь займусь изготовлением гайки. Все рисунки предоставил Союз Мультфильм, прислал голубиной почтой.
Немножко просадил я вал, но думаю, в этом устройстве это не так критично. Вообще, конечно, нужно тренироваться и быть внимательнее. И сейчас этот пиптик, так называемый, нужно вклеить туда на эпоксидный клей. Сделал внутри насечки, чтобы защитить от проворота, ну и чтобы эпоксидная смола оттуда не вытащилась. На пиптике я сделал то же самое. Также для лучшей фиксации сделал грани. Все обезжирил, ну и вклеиваем. Установил ручной фрезер на токарный с помощью такой нехитрой временной оснасточки. И сейчас будем заниматься токарной дичью. Надо выгрызть лишнее, ну дальше поймете для чего. В качестве тросика буду использовать кевларовую веревку. Сейчас поставлю на него ограничитель. Выточил маленькую втулочку, нарезал резьбу и аккуратненько заплющу. Отлично! Ну, наконец-то, друзья, я могу вам доложить, что все детали готовы. Сейчас по-быстренькому соберем это чудо техники и проверим, как все работает. Разогреваю металл, чтобы лучше приклеился двойной скотч. Выставляю сервотестер в крайнее минимальное положение. Остается аккуратно состыковать. Так. И последний штрих. Вставляем тросик. Ха-ха-ха, есть. Вроде все работает, друзья. Ну, давайте подключим и проверим. Сначала протестирую на своем самодельном пылесосе, который в ближайшее время мы будем доделать. Подключаем.
Все работает. Ну все, можно идти тестить на более серьезном аппарате. Ну все, вроде подключено. Сейчас будем испытывать эту дичь. Дичь. Все работает. Газулька-то злая? Злая газулька. Газуля! Круть! Просто круть! Друзья, у меня на этом все. Кому видео понравилось, поддержите обязательно лайком. Скоро продолжение. Будем все это ставить на бэху. Всем пока!